Ты знаешь, у меня впечатление очень сложное, у меня все смешалось, понимаешь? То, что было вчера, возникает такое впечатление, что я видел это неделю тому назад. То, что с нами, там, где мы путешествовали месяц тому назад, у меня, так сказать, ощущение возникает, что это было только что. Все смешалось, и время, и пространство, все перепуталось. Рассуждать. У меня такое впечатление, что Италия – страна, которая еще не придумана способность воспринимать глубину перспективу. Как будто она еще не была изобретена. Пропорции – это там, где мы видели вот эти трулли, где стоящие на равнине. Эти пространства каким-то образом напоминают мне Россию и ее пространство. Все же остальное как бы плоское, как бы распределено на одной поверхности. Очень настолько сильное, что мешает мне разобраться. Я вижу, что вся Италия del Sud, con tutto Sorrento, quello che abbiamo visto un pochino, quali sono le immagini che ti sono rimaste in mente di quello che abbiamo visto? Я понимаю. Я скажу тебе прямо. В начале нашего путешествия мне было как-то не очень по себе. Потому что на юге Италии, на побережье, мне показалось, что оно несколько, вот это Амальфи, как-то очень красиво. Molto bello. Ma. Слишком курортное место. Место для отдыха, для туристов. Это меня несколько раздражало. Больше всего мне понравилось, скажем, Амар, или, скажем, место, которое называется Фуроре. Qui forse venivano i pirati una volta. Credo che sia l'unico posto dove si può facilmente approdare, cioè arrivare a riva.